Приветик! Сегодня мы с вами будем рисовать на 8 марта. Сейчас мы рисуем вот такого зайчонку. Рисуем ему ушки, мордочку. Сейчас мы просто рисуем. Потом мы ему еще шерстку прорисуем. Лапки. Есть такую лапку ему рисуем. Зайчик у нас валяется. Весь вот такой довольный, валяется, играет, отдыхает. Другую ему рисуем лапку. Такие. И хвостик вот здесь такой. Такой у нас зайчонок получился. Сейчас мы ему глазки нарисуем. Ротик. Он здесь вот улыбается. И носик. Здесь у него будут такие усики. С другой стороны тоже. Thank you.
Главный зачет у меня получился. Подписываемся. Спасибо, что смотрите мои видео. Сейчас вам бабочку. Сами пытаются детки рисуйте, как хотите. Да, вот так вот мы с вами. Далее. Здесь у нашего зайки рядом рисую бабочку.